Не поступить в университет и пойти работать на стройку, как оказалось, такая перспектива пугает далеко не всех молодых жителей района. На проспекте Королева обсудили, нужно ли получать высшее образование. Встречу устроили в формате ток-шоу. Одни участники отстаивают позицию «за», другие «против». В роли третейского судьи выступает глава районной администрации Николай Цет. К удивлению многих школьников, он не встал на сторону многих взрослых и посоветовал выбирать сердцем. Конечно же, когда мы выбираем сердцем, это призвание. А когда мы выбираем разумом, это необходимость. Мы считаем, что необходимо высшее образование. Все побежали в институты. Потом закончил, понял, что ничего не умеет, ничего не знает. Золотой серединой, по мнению судьи, стало бы получение среднего специального образования. Уже после точно определяться, поступать в вуз или нет. Надо сказать, что настроения учеников во многом совпали с тезисами главы. Дети говорили, что родители помешаны на статусности экономистов и юристов, а сами школьники хотели бы стать спортсменами или, например, поварами.